Здравствуйте, дорогие друзья! С вами команда VR Travel. Наконец к нам приехал долгожданный NVR Kit. Собственно говоря, долго не будем разглагольствовать. Давайте его открывать и смотреть, что внутри. Итак, у нас здесь находится сумочка. Сумка, чехол такого плана для переноски очков и контроллера и всего остального, я так понимаю. А также ремешок для сумки находится у нас в коробке. Окей, едем дальше. И, собственно, еще одна коробка, которой, будем надеяться, у нас... Оп. Которой у нас и находятся очки. Давайте все это уберем, чтобы нам не мешало. Так. Что у нас здесь? Книжечка с инструкциями по всему этому поводу. Окей. Часть на английском, часть на китайском языке. Я думаю, что она нам не понадобится. Какие-то наклейки. Салфеточка микрофибра. И едем дальше. И вот, наконец, наши очки. Достаем все это добро. Здесь у нас написано разрешение, в каком режиме надо использовать очки для того, чтобы получить полное разрешение. Здесь две кнопки. Одна из них сброс. Вторая переключение режимов. На конце HDMI и два USB кабеля. Снизу на очках находится шторка для того, чтобы можно было увидеть клавиатуру, руки и так далее и тому подобное. Очки по размерам не сильно отличаются, скажем так, от Oculus Rift. Практически одно и то же. Сейчас мы вот так вот поудобнее возьмем, чтобы было видно. В принципе, разница небольшая. Основное, что сразу бросается в глаза, это разница в оптике. У нас, если здесь используется довольно большого диаметра круглые линзы, в данном случае у нас линзы квадратные. Поле зрения, как нам обещали, 100 градусов. Это мы еще с вами проверим. Еще очень важная вещь. Здесь находится ручная регулировка оптики, что, в принципе, на мой взгляд, очень полезно. Для очков. Насколько это хорошо, плохо, ну, программно тоже все это можно отрегулировать.
Но все-таки хорошо, когда есть возможность регулировки оптики вручную. Окей, отложим очки. Едем дальше. Это у нас, я так понимаю, передатчик видеосигнала. Это часть джойстика контроллера, точнее, в который, скорее всего, встроен магнитометр. Таким вот образом, я так понимаю, все это дело соединяется. Окей, кверху ногами. Так, готово. Едем дальше. Что у нас здесь? Здесь у нас находится наш геймпад. Понятно. Кручу-верчу, запутать хочу. Здесь у нас грибочек. Клавиша включения-выключения. Все-таки сейчас мы его... попробуем победить наконец-то. Так вот. Не очень монолитная конструкция, но, в принципе, в руках, скажем так, лежит. Здесь еще две клавиши. Так, все это закрывается. И превращаются брюки в элегантные шорты. Вот такой у нас кибернетический ствол получается. Окей, давайте его отложим. Что еще у нас есть в этой замечательной коробочке? HDMI удлинитель. Окей, едем дальше. USB, скорее всего, передатчик для контроллера. HDMI донгл. Я так понимаю, для беспроводной передачи видео на очки. Микро-USB кабель. Еще один микро-USB кабель. И... Так, что у нас здесь еще за проводок? И мини-USB. Так, вот много всего положили. А вот это я даже боюсь представить, что это такое. Это... Давайте уберем коробку. А это какая-то прямо страшная вещь. Такая вот клизма. Ну, я думаю, что она, скорее всего, предназначена для... продувание, наверное, каких-то элементов в очках. Вот такая вот комплектация нашего гаджета. Сейчас вот подстроим резкость. Еще раз, суперклизма. Провода микро-HDMI. Микро-USB, конечно. Мини-USB кабель. Два донгла для беспроводной передачи сигнала. HDMI USB. Пушка. Он же контроллер разборный. Жаль, что здесь... нету никаких защелок дополнительных для сборки-разборки. И,
собственно говоря, очки. Очки, давайте еще раз их положим рядом с Oculus Rift, чтобы были понятны размеры. Вот такой вот интересный девайс. С его функционалом, подключением и с прочими прелестями мы вас ознакомим попозже. Смотрите наше видео на нашем канале VR Travel. Все, спасибо, до свидания, удачи!